Спорткомитет нашего округа совместно с родительским комитетом клуба «Медведи» при поддержке Соликамской епархии и местных предпринимателей впервые проводят турнир под названием «Кубок соляной столицы». Очень интересный, хороший турнир проходит в 2 дня. Я хочу всем сегодня пожелать хорошей игры, красивых голов, меньше травм. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, кто принял участие в организации турнира. За кубки и медали поборются соликамские «Медведи», одна команда из Губахи и 2 состава пермского клуба «Легенда». Все гости довольно сильные команды. С хоккеистами из Губахи «Медведи» дружат и конкурируют давно. Часто встречаются на краевом первенстве «Золотая шайба». Также ребята из этой школы Губахи, они выступали за нас на всероссийских соревнованиях. Очень приличная команда. Вот, но главный соперник сегодня у нас – это «Легенда 2009». Ребята, которые уже не один год играют на Россию. Ребята опытные, ребята очень сильные, рослые. И мы всегда пытаемся с ними конкурировать. Игры Кубка проходили по круговой системе. Это значит, что перед распределением на матчи за призовые места каждая команда провела на соликамском льду по 3 игры. В итоге, кому достанется комплект бронзовых наград и малый кубок, решали между собой команды «Губахи» и «Легенда 2010». Команда «Губахи» смогла навязать свою игру пермякам и к 3-му периоду вела в счете. Но за минуту до финального свистка «Легенда 2010» сравнивает счет. И ввиду ничейного результата назначается по 3 буллита. Это когда хоккеист выходит 1-1 с вратарем соперника. В этих спортивных дуэлях больше повезло ребятам из «Легенды 2010». Они занимают 3-е место в соревнованиях. Тем временем в ожидании финальной игры у ледового поля разминаются пермяки постарше и наши медведи. Боевой настрой, мы все заряжены, готовы побеждать. А после игр с тренером проводили разбор полетов? Да, мы проводили разбор игр всех. Что мы хорошо делали, что плохо. Мне больше нравится играть на домашнем льду, потому что тут больше уверенности, больше болельщиков. А как сейчас оцениваешь выступление вашей команды на Кубке? Хорошо, отлично. Родители поддерживают нас, поэтому все уверенно идем к победе. Хорошо, отлично и уверенно у «Медведи» получилось отыграть первую половину встречи. Соликамцы открыли счет и удерживали инициативу. Однако пермским ребятам удалось догнать и перегнать хозяев льда, усилив оборону. 3-ю шайбу пришлось буквально пропихивать между коньком вратаря и створкой ворот. Через минуту гости забили ответную шайбу, сохранив преимущество в 2 очка до финального свистка. Таким образом, кубки за 1-е и 3-е места из Соликамска увозят хоккеисты 2 составов пермской «Легенды». Принимающая сторона остается с серебром соревнований. Также организаторы вручили призы в индивидуальных номинациях. Список сейчас на ваших экранах. Лучшими бомбардиром и снайпером турнира по игровой статистике стали Кирилл Магель и Никита Павлецов из «Медведей». Поздравляем призеров соревнований и желаем «Медведям» в следующем спортивном сезоне отвоевать главный кубок себе. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».